Всем привет! Это канал I Like Pet, и в сегодняшнем ролике мы расскажем, какие опасности поджидают собак осенью. Залог безопасности питомца – это бдительный хозяин. Бдительным нужно быть всегда, даже когда любимый пес весело играет с разноцветными листьями, и вы вне себя от умиления. Вы можете не видеть, что лежит на земле под опавшими листьями. Там может быть разбитое стекло, арматура или даже змея. Собака может наступить на что-то острое или съесть что-то несъедобное. Чтобы избежать неприятных ситуаций, по возможности осматривайте территорию, где гуляете с собакой. Выгуливайте питомца на поводке. Чтобы собака ничего не подбирала с земли, желательно надевать на нее намордник, либо тренировать команду «Фу». Играть с уличными палками не рекомендуется никогда, независимо от времени года, но осенью ситуация усугубляется из-за влажности и грязи. Также палки под давлением зубов сломаются и могут серьезно травмировать ротовую полость собаки. Осенью в городах начинают травить грызунов, и поэтому на палках могут находиться вредные вещества, например, отрава для крыс или реагенты, и кроме того, возбудители инфекций, переносимых грызунами или бездомными собаками, и яйца гельминтов. Клещи не уходят вместе с летом, они заснут только тогда, когда установятся зимние морозы. Так что осенью у вашей собаки есть все шансы повстречаться с клещом. А блохами можно заразиться круглый год, даже зимой. Поэтому регулярно обрабатывайте питомца от внешних и внутренних паразитов. У собаки может сохраниться летняя привычка прыгать в водоем или резвиться под ливнем. Но если в летний зной такой досуг приветствуется, то осенью ни в коем случае. Не позволяйте собаке переохлаждаться. Купание в водоемах и прогулки под ливнем лучше отложить до следующего лета. Если собака все же намокла, то по приходу домой тщательно ее высушите. Хотите, чтобы ваша собака получила от осенних месяцев только позитивные эмоции? Тогда внимательно следите за своим питомцем и избегайте опасностей. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.